Акциясы сіздермен бірге. Және оны жүргізетін Дмитрий Шиш. И Гульнур Сагиева. Добрый вечер, уважаемые телезрители, кто смотрит телеканал Рика ТВ в эфире. Вместе с вами мы и, конечно же, подведение итогов акции от торговой марки Билайн «Студенческая». Да, от сессии до сессии живут студенты весело, но и какие же студенты без хорошей, качественной мобильной связи? Три сертификата на сумму 100 тысяч тенге сегодня получат те, кто активно принимал участие в данной акции от торговой марки Билайн. Сонымен бүгінгі кеште тегін оқу ақысының сертификаты кімге бұйратынын білетін боламыз. Три месяца студенты города Актобе ждали итогов данной акции. И сегодня наступил момент. В эфире «Студенческая» от торговой марки «Билайн». Сіздер білесіздер ме? Бүгінгі кеште біз керемет үш сыйлықтың иесін, және де «Билайн» ұсынған қомақты сыйлықтардың иесі анықталатын болады. Массу подарков сегодня получат студенты, которые принимали участие от торговой марки «Билайн» в акции «Студенческая». Это три фотоаппарата, два мобильных телефона и три сертификата на обучение в учебном заведении на целый год. 100 тысяч тенге каждый. Ал қазір еске түсірейікші, осы біздің жастар ұтысқа қатысу үшін не істеді? Во-первых, посещали занятия. Қалай сонда? Потому что во всех институтах ребята приобретали сим-карты Билайн и, конечно же, пополняли свой баланс на 500 тенге. И преимущественно это был тарифный план Freestyle, очень удобный и, конечно же, выгодный. Кроме этого, они находили талон, который давал им возможность принимать участие в розыгрыше, который мы сегодня проводим. И, конечно же, ящики, куда эти талоны они и опускали. Девушка, кажется, кто-то мой счет пополняет. Уже месяц говорю, а баланс каждый раз полный. У вас тариф Freestyle. При звонках на номера Билайн деньги с баланса не снимаются. А я думала, это Асхат из бухгалтерии. Никакой абонплаты. Пополняй баланс и разговаривай бесплатно с абонентами Билайн 100 минут в день. Все деньги остаются на твоем счету. Трать их на любые другие услуги связи. Freestyle. Вы смотрите акцию «Студенческая» торговой марки «Билайн» на телеканале Рика ТВ. Сейчас в руках у моей напарницы Гульнур те самые
купоны, которые студенты опускали в специальные ящики, установленные в каждом университете города Актобе. И какой же розыгрыш может состояться без счетной комиссии? Сегодня у нас она в следующем составе. Раушан Кужанова, маркетолог торговой марки «Билайн». Алибек Каратаев, председатель по делам молодежи Актюбинского государственного университета имени Кудайбергена Жубанова. И Виктория Рахманкулова, нотариус. Ну что, комиссия готова, мы готовы. Купоны все в сборе. Начинаем розыгрыш. Не забывайте жить на яркой стороне. Мы начинаем розыгрыш, открываем лототрон и помещаем все купоны, которые сегодня будут принимать участие. И первое, что мы разыграем сегодня, это два сотовых телефона. Как часто ты пользуешься сотовой связью? Вот сколько раз в день ты звонишь? Арине. Арине көбірет пайдаланамын. Және де бізді бұл телефонмен пайдаланатын адамдардың саны да өте көп. Ты знаешь, я долго наблюдал в городе наружную рекламу торговой марки Билайн, где изображен ноль, который перевернут. И читал текст, как не крути, все равно ноль. Так что общайтесь, дорогие друзья, и приобретайте доступную связь. Билайн вам всегда подскажет, что выбрать и как грамотно сэкономить свой бюджет. Итак, я напоминаю, что мы сейчас разыгрываем два сотовых телефона, и первый сотовый телефон у нас достается следующему участнику. Курик. Первый мобильный телефон от торговой марки Билайн достается студенту, кто приобрел, конечно же, сим-карту и пополнил свой баланс на 500 тенге с номером 013266. 013266. 013266. Поздравляем! Передаем счетной комиссии. Сейчас они зафиксируют. И мы, не теряя времени, определяем следующего счастливчика. Келесі ұялы телефонның иесі кім екен, дәл қазір білеміз. Итак, еще один мобильный телефон. Это атрибут, без которого сейчас не может обойтись даже ребенок. Если родители наблюдают, что уже в детском саду малыши ходят с мобильниками и умеют отправлять смс-сообщения. Итак, следующий обладатель мобильного телефона становится студент с номером купона 013611. 013611. Рады за вас! И вновь мы нашей доброй комиссии передаем этот самый купон и вращаем барабан. Что нужно студенту? Во-первых, образование и, конечно же, еще моменты студенческие. Арине! Әрбір кезде өмірдің керемет сәттерін бейне камераға түсірмейтін жан жоқ шығар сірә. Сондықтан да керемет дүниенің иесін дәл қазір анықтаймыз. Иногда так хочется открыть альбом и вспомнить свои студенческие годы. И в этом, конечно же, любому студенту поможет не планшет, а хороший цифровой фотоаппарат. И сейчас мы разыгрываем фотоаппараты. Итак, цифровой фотоаппарат достается студенту, кто имеет купон со следующими номерами. Это номер 013427. 013427. Поздравляем! Передаем также счетной комиссии. И у нас есть еще два новых цифровых фотоаппарата от торговой марки Билайн. Сейчас мы узнаем, кому же достанется второй цифровой фотоаппарат. Не забывайте, дорогие друзья, что совсем скоро мы разыграем три сертификата на сумму 100 тысяч тенге каждый. И на эти деньги можно учиться целый год в университете и, конечно же, получать знания. Знания вместе с торговой маркой Билайн. Екінші бенеті спаның иесін анықтайтын сәт жетті. Ендеше стоп лототрон. Как бы я хотел выиграть новый фотоаппарат, и еще один фотоаппарат достается студенту, а может быть и преподавателю, кто знает, может преподаватель захотел стать студентом на мгновение. Следующий номер 013480. 013480. Рады за вас. Передаем комиссии отрывной купон. Ендеше санды фотоаппараттың иесі кім екен, дәл қазір білетін боламыз. Итак, третий фотоаппарат новый от торговой марки Билайн достается участнику. Гульнур, пожалуйста, вытягивай купон и номер счастливого, я назову, билета, не экзаменационного, а того билета, который принесет удачу счастливчику. И это номер 013841. Вот каждый из наших членов жюри был когда-то студентом.
Арине. 01-38-41. Поздравляем! И передаем вновь нашей счетной комиссии, чтобы все было по-честному. Дорогие друзья, мы хотим также вам сказать, что благодаря торговой марке Билайн и новым тарифным планам вы всегда будете довольны и качеством, и связью, и всем, что вам предлагает торговая марка Билайн. Через несколько секунд розыгрыш ценных подарков. Это 3 сертификата на сумму 100 тысяч тенге. Кому они достанутся, узнаем через мгновение. В эфире розыгрыш акции студенческой торговой марки Билайн. Барлық жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Және де осы сыйлықтарын Абылхайырхан даңғылы 38, Билайнның сату және қызмет көрсету кеңсесінен алып кетулеріңізге болатындығын айтамыз. Как мы вам обещали, прямо сейчас мы разыграем 3 сертификата на сумму 100 тысяч тенге. Это хороший подарок для студента. Почему? Потому что на эту сумму можно будет учиться целый год. Итак, мы готовы, комиссия готова, начинаем. Первый сертификат, Гульнур, вращай барабан. Мы узнаем, кому же достанется этот один из главных призов акции студенческая от торговой марки Билайн. Останавливаем барабан. И первый сертификат на сумму 100 тысяч тенге от торговой марки Билайн достается. Как ты думаешь, это парень или девушка? Блин, Нарине, хобалжуб трун минди. Кімге бұйыратынын дәл қазір білеміз. Итак, сертификат достается студенту или студентке, нам неизвестно, под номером 013696. Это номер купона, счастливого купона того человека, кто принял участие в акции. Мы передаем счетной комиссии, и первый сертификат уже разыгран, а их еще два. 0-36-96. Рады за вас! Кстати, уважаемые телезрители, свои все подарки, кто сегодня выиграл, вы сможете забрать по адресу проспект Абылхайырхана, 38. А у нас еще два сертификата на сумму каждый 100 тысяч тенге. И мы вновь вращаем барабан. И сейчас узнаем, кому же удача улыбнется в этот раз. Представляешь, какой хороший подарок. Арине, бір жылдық тегін оқу ақысының сертификаты, дәл қазір білеміз кімге бұйыратын. Итак, останавливаем барабан. И, Гульнура, давай счастливой рукой перемешай, хорошо? Следующий, второй сертификат достается студенту. А может быть, студентке. Дермунка. Чей купон имеет следующие цифры. 0-1-3-4-2-4. 0-1-3-4-2-4. Поздравляем! И вновь передаем наш купон счетной комиссии. Остался еще один из главных призов. Это сертификат на сумму 100 тысяч тенге торговой марки Билайн с акцией студенческой. Сейчас мы вновь вращаем барабан и узнаем, кому же достанется этот отличный приз. Вращаем барабан. Ендеше бір жылдық 100 000 тенгеге тегін оқу ақысының сертификатының иесі, яғни жолы болар жан кім екен, дәл қазір білеміз. Еще раз напомним, что все разыгранные сегодня призы вы сможете забрать по адресу проспекта Абылхайырхана, 38. И с небольшим переживанием мы определяем завершающего победителя акции студенческой торговой марки Билайн. И им становится студент, чей купон имеет следующие цифры. Это 013837. 0-1-3-8-3-7. Поздравляем! Қыздар, менің шотымды біреу толтырып жүрген сияқты. Бір ай болды сөйлескеніме, ал шотым сол қалпы. Сіз фристайл тариф жоспарына қосылғансыз. Билайн нөмірлеріне қоңырау соққанда теңгеріміңізден қаражат алынбайды. Эх, ал мен бухгалтериядағы асхат па деп ойлап қалсам. Ешқандай да абоненттік төлем жоқ. Теңгеріміңді толтырып, Билайн абоненттерімен тәулігіне 100 минут тегін сөйлес. Барлық қаражат шотыңда қалады. Оларды кез келген басқа байланыс қызметтеріне жұмса. Фристайл. А всем напоминаем, чтобы раскрутить мир вокруг себя и получать яркие впечатления от жизни, иногда просто нужно выбрать правильный тарифный план. Фристайл. Билайнның тарифтік жоспары. Желішінде тегін хабарламалар. Звонки в Россию всего лишь за 15 тенге.
ұялы телефоннан әлеуметтік желілерге тегін кіру. И всегда выбирайте отличного сотового оператора, который делает для вас подарки. Живите на яркой стороне. До встречи!